Меня! Друзья, покой нам только снится. Продолжается крюсейд имени королевы Виктории в Королеве, и мы несгибаемо продолжаем тащить за Саламандр. Кстати, я несколько поумнел и вспомнил, что у меня есть полезные миниатюры, а не вот эти вот аутрайдеры, АТВшечки, а действительно важные пацаны, которые могут сесть на транспорт и по нашему детачу что-то делать. Поэтому ростер мы во втором туре, во втором бое второго тура поменяли. 1145 очков всего. Да, даем противнику огроменную фору. Потому что если есть что-то в этом кодексе на 55 очков, то у нас этого нет. Собственно, во главе наш варлорд, это капитан Грейс Армори, который ведет вперед шестерку агрессоров. Но теперь у нас есть дипстрайк у этого отряда. Посмотрим, как это будет работать сегодня. На Ахиллесе, который нам в целом понравился, едут 6 эрадикаторов с мельта-райфлами и мультимельтой. 5 инфернусов с огнеметами в импульсере, это понятно. А вот новиночка этого репорта, 5 хеллбластеров, которые тоже едут на импульсере. Больше транспортов, больше угроз из них. Так, победим. А противник у нас сегодня тоже зеленый. Это сам Джабкер со своими орками, достаточно механизированными. Что-то вообще в этом туре сплошные мехвойска против нас. И это Жабкер с армией на 1250 очков. Или 1200 с дредвак. Бигмек, чтобы стоял в пушках и раздавал реролы. Пушки, чтобы наваливали со стороны. Мехстанция для раздачи регена вундов. Трук исключительно взят для стратегемы на морталке. А марканавт, потому что стомпу не разрешили взять. Банки смешные, получили очень много опыта. Мега прокачка. Дезрет умирает каждую игру первым, поэтому никчемный человек вообще. Сквигабаги интересная машинка, будем смотреть, как она используется на поле боя. И тут мне в голову пришла следующая мысль. Помните нашего оппонента с прошлой битвы? Там были Space Marine на огромных танках, мы стояли с своими мельтами против них, типа, дяденька, дай тебя пробить, они такие, неа. Пошел вон. И я задался логичным вопросом, а какую технику должны уничтожать мельты в этой редакции? Какую-то мелкую? Ну, типа Венома Друхарей, но кто ее не уничтожает, да? Но тут я взглянул на этот ростер и такой, слушайте-ка, а похоже, это моя остановочка. Вся вот эта мелкая техника орков, она не настолько мелкая, как тот же Веном, но как раз мельты против нее в теории, должны работать хорошо. Вот сейчас эту теорию и проверим. Миссия у нас Against the Swarm. Вот так вот точки ставятся. У нас уже желтые тоже есть. И самое интересное, вы просто будете орать. Нельзя атакеру, а это я, выходить ближе 12 дюймов от всех точек. То есть половина, больше две трети карты, это у меня закрыто. Поэтому дипстрайка сегодня, пацаны, не будет. Вот. И что нужно сделать, собственно? Атакер может уничтожать точки. А дефендер просто дефенди. На поле боя это выглядит следующим образом. У нас посерединке Ахиллес, впереди его дипстрайкающийся отряд с капитаном, но они пешком решили идти, да. С левой стороны плазмачи, с правой стороны инфернус у нас все на столе. У орков в этой руинке пушки сидят вместе с меком Багги там же. Посерединке стоит мек Шоп, и слева вся колда вот эта с техникой. И баночки, и большая баночка дреда, и трук едет ради того, чтобы насыпать всем морталок. Кстати, ответьте нам в комментариях, он уничтожает сразу? В нем же никого нет? Трансфер без начинки, что-то я слышал такое, нет? В общем, вы нас в комментариях поправьте, нам все равно будет играть. И большая, кто это, Гарконавт или Марконавт? Марконавт. Так, включаем свой тактический гений. И здесь у нас есть очевидная проблема ростера орков. У них, например, есть артиллерия, но нет никакого скрина этой артиллерии. То есть спокойно подъезжай и делай с ней что хочешь.
Ну, то есть, в принципе, понятно, как этот ростер складывался в голове Джапкера. Типа, у нас есть 1200 очков, давайте наберем самого вкусненького туда. А вот, чтобы защищать это вкусненькое, ну, на это очков, к сожалению, не хватило. Это уязвимость, и этой уязвимостью надо воспользоваться. Первый ход Саламандр, Муфаза. Идут наши агрессоры к этой точке. Туда же выезжает наш Ахиллес. Это сзади где-то, к сожалению, мы вот так не могли объехать, не хватило нам движения, чтобы к точке приехать. Здесь тоже, короче, боимся пушечек вражеских, чтобы они нас не стреляли. И также с этого края тоже всех боимся, поэтому наши, ну, они могут выехать сюда, понятно, в этот пролет, но пушки с какой у них рейндж? 36. Они достанут в любом случае, поэтому no. Ага, я опять, по-видимому, забыл пострелять из пушки Ахиллеса, которой не нужен лос, а мне, видимо, не нужен мозг, потому что я его не применяю. Как говорит наш любимый шеф, если человек идиот, то это надолго. И, как вы, должно быть, догадываетесь, хотя почему вы должны догадываться, точку можно уничтожать в один ход, только одну. Так что у меня было только 5 попыток, теперь уже 4, чтобы эти точки поубирать. Я в условия миссии, естественно, не вчитывался, но я надеюсь, что я успею. Первый ход орков, мув фаза. Баночки смещаются в Neck Shop Boys. Дред идет вперед. Сюда, в руиночку. За ним шагает Марканавт. Трук едет просто на мой левый фланг. Ну а справа ребята отдыхают, им вообще норм. Фаст-стильбы. Баночка одна увидела здесь агрессоров, такая агрессивная, на них бах, ничего. Мы включили Armor of Contempt, у нас еще и укрытие, кидали свой третий. Ну тогда сквик-багги без лоса нам целую дырку нанесла, негодяйская. Мы кидали 2 сейва, один из них провалили третий, да, так бывает. Ну что ж, по крайней мере, противник в первый ход сделал больше, чем я. Однако... Второй ход Саламандр, агрессивные агрессоры бегут сюда. Ахиллес выезжает на точку и высаживает своих эрадикаторов здесь. Наш импульсор вместе с огнеметчиками сюда едет. И... импульсор с плазмачами. Теперь мы пушек не будем бояться, потому что мы сейчас будем их расстреливать. Может быть, они погибнут, и тогда нас тут не убьют. Мег стоит на втором этаже. Такой, смотрите, пацаны, там какие-то зеленые твари, и это не орки. Ну-ка, оверводчик. И оверводчик убрал парня подранил, потому что мег в него попал, там, с 4-м АП, разорвал бедняжечку. Фастельбы мы решили открыть нашими агрессорами, пожгли в пушки, сломали 1,5 штуки. После этого решили посмотреть, что сделает наш Ахиллес. Он целился в сквигобаги, была заявлена целью, перевернул ее, ну, целью клятвы, перевернул сквигобаги, она горит, дымится. После этого, естественно, наши радикаторы отстрелялись по пушкам, и все их вместе с меком, с шагом, уничтожили. Согласитесь, есть некоторая неуловимая разница между тем, чтобы со всех мель снять только одну вунду, это я делаю отсылку к прошлой партии, и перевернуть нахрен пол ростера оркам. Вы не способны. Нет! Он способен! Ну и да, как я уже говорил, не хватает тут такого пятна бойзишек 20-30, которые хоп, вышли перед этим всем. И давай, Дениска, доставляй свои там огнеметики, мельты, мы на тебя посмотрим. Второй ход орков, Дев Дред на полных парах выбегает к нашему левому флангу, такой, чё, хиллбастеры, мы вас достанем. Вперед идет Марканавт. Он красивый, с подставкой отсоединительной, может сделать вот так. А вы так можете? Вот у вас подставка отсоединяется. Трук поехал на центр. Типа они вот тут группируются все вместе. Ну, а баночки просто стоят и плачут, потому что были здесь братишки, их нет. А мужики или где? Яйца в кулак и вперед. Внезапное включение, грусть прошла, появилось желание... наказать противника, поэтому пошли вперед к нашим агрессорам. Они агрессивнее, естественно, на них
среагировали. Сейф у банок был получше, поэтому они потеряли всего лишь 3 раночки, в двух вот передней осталось. Хотя пробили мы на 5 плюс неплохо. Фастельбы тра-та-та раздавался с разных сторон, ракеты пошли от банок. Одна даже прилетела к моим агрессорам, они под Arm of Contempt и в руинки откидали сейф. Потом Марконавт фигачил в импульсор, импульсору пофигу вообще, просто там 4-й откидывал как бог за стеночку вот этой вот руинки. Туда же трук отстрелился, тоже ничего не принесло. Это и Дев Дред хочет чаржить в наш, кидай, импульсор. Вообще легко, просто прибежал. Здравствуй, сейчас тебя похватаю за все твои вкусные бока зеленые. И приласкаю, и поцелую, и хот-дог прямо с майонезом заглотну. И банки тоже агрессоров бегут. Тоже отлично добежали вообще, не вопрос. Хлобысь. Буду сейчас их колотить. И в результате этого постукивания тут нам не нанесли ни хрена. Мы откидали под Armor of Contempt, которые заявили, но кинули 6-6-5-5 из 4 попаданий, которые к нам дошли. В ответ мы кулаками разрубили все. Капитан даже не успел мечом махнуть. Ваня, покажи, пожалуйста, как мы разрубили всех. Давай, анимацию для наших зрителей. Вот, этот взорвался последний. Бдж, и нанес ранку этому товарищу. Но Дев Дред тут за всех наколотил наш аппарат. Он, к сожалению, больше не существует. Изнутри смогли высадиться только 4 пацана, к сожалению, потому что один полностью сгорел. Да, 2 кола с 5 кубов я кинул. Умею. Неплохо складывается, да? Но я вам намекну, уже наступает 3-й ход, а я пока не уничтожил ни одной точки. 3-й ход Саламандр. Агрессоры просто... Агрессоры, хиллбластеры. Чуть-чуть к стеночке подвинулись. Агрессоры вот... Они идут на точку. Сюда выбегают наши огнеметчики, чтобы ее уничтожать. Посадили обратно всех наших пацанов в транспорт, потому что можем. И отъехали сюда. Тут, короче, рокировка. Это так, этот вот так вот. Тоже хотим точку ломать. Фастлибы, наши хиллбластеры, мужчины просто отстрелялись в Дреда. И остались в 2 ранках. Но 2 кола на Хазардас, вот эти 2 умерли. Один из них отстрелялся и Дреда все-таки дожарил. Здесь ребят что-то там пожгли куда-то, непонятно куда. Мегстанции немножко отгрызли. Эти стоят, точку снимают. Стрелял наш техник. Как вы думаете, что нанесла? Естественно, ни хрена не нанесла. Мультимель-то не пробили, не смогли марконавта. И там всякая мелочь, шрапнель побила трук, но он все-таки дал. Может быть, чардж на 6 вдруг поможет отцу русской демократии. 8 кинули, молодцы, дошли. Могли ударить только 4 парня, они вот так вот попали на 2 плюс. У них прокачка есть половину на 2 плюс мы промахнулись. Мы себе заявили плюс 2 wound, и полный рол был, естественно, за спаренность. 1 сейф из 6, 6 откинут, но 10 ран сняли, машинка сломалась, не взорвалась. Парни стоят красавчики. Но точку в центре Инфернусы уничтожили. И вот так вот к концу своего 3-го хода мы оставили от орков всего лишь 1 марконавта. Ну, там еще есть мекшоп, но он не считается. Да, мы уничтожили только 1-ю точку, но я надеюсь, я все еще боюсь читать условия миссии, что нам этого хватит. Ну, еще уничтожение 3 точек, надеюсь, нам марконавт не сильно будет мешать. 3-й ход орков, марконавт. Он хоть и один. Вань, пожалуйста, покажи, что он делает. Он разворачивается и топчется к нашим агрессорам. Естественно, они пытаются пожечь его огнеметики. Может, что-нибудь снимут, потому что, очевидно, после его чержа там ничего не останется. Ну что ж, это принесло некоторые результаты. Минус 3 вунды, он в 17 остался. Фастлибы, марконавт в разные стороны. Пу-пу-пу-пу-пу-пу. Убил одного Инфернуса. До свидания. И одного агрессора тоже добил. Но мы, конечно, что-то всю партию на сейвах божим, как боги хаоса, видимо. После этого чардж в агрессоров. Вот так вот. И этот негодяй занес нам 12 минус первых 2 дамага попаданий. Мы, естественно, включили за капитана нашего. Спасибо, капитан. Бесплатный Armor of Contempt. И кидаем 12 третьих сейвов. Минус 2 ранки. Все. Я говорю, на сейвах сегодня что-то какая-то жесть просто происходит. Короче, у нас один парень в одной ранке. Под плюс 2 вунд. Мы ударили в ответ. Занесли 6 пятых сейвов. Вот так вот они были откинуты с реролом.
парень не взорвался, но сломался. У него оставался к этому моменту 11 ран. Он там еще два раза перегрелся на Хазарда. Поэтому осталась только подставка. С вами такое случается, что от вас осталась только подставка? Напишите в комментариях. Четвертый ход Саламандр. У противника остался только Мекшоп. И я думаю, здесь мы не будем тратить ни наше, ни ваше время. Мы уничтожим точку, например, здесь. И еще какую-то, подведя, там, например, наших пацанов на следующий ход сюда. Плюс наш капитан должен уйти вот туда куда-нибудь. За два хода он доберется до вражеского. И кто уничтожит Мек... Шоп, нет особо разницы, поэтому на этом мы закончим. Обожаю, в кавычках, эти моменты, когда тебе абсолютно пофигу, что будет сыпаться на кубах, и не как мне обычно пофигу, когда, ну, окей, все померли, я проиграл, да, в целом, пофиг плюс пофиг. Нет, когда тебе реально пофигу, потому что ничего это не изменит, а ты их кидаешь, ну, с трудом что-то проваливаешь, причем сейвы-то там четвертый, пятый. Вот когда нужно будет, ты все вторые провалишь, а тут вот такое. И стоишь такой на Ваньку, смотришь, он как бы уже глаза даже не поднимает, потому что чувствует, что ты унижаешь его с максимальной циничностью. Так, ладно, давайте count of action тестом. Там же у нас есть потери? У нас один out of action тест, и мы его прошли. Далее важная прокачка. Во-первых, отличились агрессоры, которые уничтожили 3 юнита техники, причем один из них был Титаник. Это как бы 8 экспы по агенде, плюс 1 за каждые 3 уничтоженных юнита, и 1 за миссию, 1 за Shall Know No Fear. Повышают уровень, становится Battle Hardened. По таблице Infantry 5. Это Only the Swift Survive. Плюс 1 к Адвансу и плюс 1 к Черджу. И вы знаете, что-то рандом нам благоволит, потому что мы, возможно, когда-нибудь в следующей партии или там еще, может быть, в какой-нибудь все-таки выйдем из дипстрайка, пожгем огнеметами и будем чарджиться не на 9, а на 8. А не то чтобы нам это поможет, но мы хотя бы попытаемся. Второй юнит молодец, это Ахиллес. Он тоже уничтожил 2 техники, это 4 experience поинта плюс 2 за миссию и no fear. По таблице Виклов 4. Забавно, но это снова элит крю, как и у нашего репульсора. И также нам нужно, потому что, блин, у нас все огнеметное, и у нас редкие юниты, которым нужно рерольить ту хит. Для них у нас есть клятва. А тут как бы, ну, конечно, не пропадет в хозяйстве, но тем не менее, можно было бы, наверное, что-то более прикольное вытащить из этих прокачек. Что же касается Earthworm Campaign, а это механик Space Marine в Crusade, то я разобрался. И оказалось, что я лошара, потому что у меня единственный герой — это мой капитан. И в этой кампании, в конце кампании, прокачивается кто-то из героев. И капитан из них самый дорогой. Чтобы его проапгрейдить до Chapter Master, нужно как бы 25 очков. Honor Point в него вкатить, а у меня как бы на конец третьего боя, а в компании 3 боя, всего лишь 7 очков было, то есть там надо прямо их гриндить конкретно, а не вот так, знаете, давайте. При этом ты можешь продлить компанию только до 4 боя за 2 РП, все, к сожалению, там так написано, прям если ты, у тебя третий окончился, то ты можешь продолжить. Соответственно, на четвертом шаге ты не можешь использовать этот реквизишн, потому что это уже четвертый этап компании твоей. И мне нужно, например, Апотекария взять и вот за 10 Honor Points его заапгрейдить. Это больше похоже на правду. Но, кстати, Апотекарий у меня как раз сейчас в покраске. Он, скорее всего, к Хиллбластерам присоединится. Сами понимаете, почему. Так что ждем. Ждем этого чувака. На самом деле. А так я просто получил эти Honor Points. Сейчас потрачу их на прокачку. Потому что там у нас все, которые у тебя не потрачены, Honor Points, они превращаются в experience point. Во сколько они experience point превращаются? Во сколько-то? Сейчас почитаю, но у нас уже по прокачке ничего не поменяется в этом плане. Поэтому вот так вот мы заканчиваем четвертый бой. У нас 3 победы из 4. Только наши братья Space Marine нас трахнули, потому что наши мельты были нехороши против них. А вот против орков зашли крайне удачно, как мы это себе представляли перед партией. Так что надо вот больше с орками играть. Мне понравилось. Ну, а на сегодня это все. Берегите себя и свои минички. Ты лайк поставил и подпишись.